Ход конем сделали воспитанники коллектива «Задумка» на конкурсе в Москве и попали прямо в яблочко. Знаменитый матросский танец и постановка под песню группы «Любэ» сразили наповал именитых звезд мирового балета. Михаил Лавровский – это народный артист России, лауреат государственной премии, балетмейстер Большого театра. И самое главное, что он сказал, что было нам очень приятно, что коллектив наш отличается не только мастерством ансамбля в исполнении, но видна индивидуальность каждого ребенка. И каждый артист на сцене – это личность. 16 коллективов со всех уголков страны схлестнулись в танцевальном бою за право называться лучшим. «Задумки» гран-при вручили в последнюю очередь, когда все остальные призы уже раздали. Когда мы уже подумали, что раздали все кубки, награды, мы ужасно расстроились. Но потом, когда нас объявили, как бы мы лучший коллектив России, то мы восхищались, это восторг. Был всю поездку до конца. Мы столько получили удовольствия, и публика нас поддерживала. Очень много раз кричали, хлопали. Родители юных артистов на своих детей не нарадуются. Мама Александра Трегубова, Ирина, говорит, сын в 11 лет отличается собранностью и дисциплинированностью. Они становятся намного взрослее, серьезнее, ответственнее. Они собранные. Если первые поездки – это 3 дня сбора чемоданов, то с каждой поездкой мы их собираем все быстрее и быстрее. Главная наша задача – не забыть костюмы. После блестящей победы творческие планы «Задумки» необъятны. Впереди множество конкурсов. Скоро ребята отправятся покорять Грузию. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».